живем в России, самой большой стране на Земле. В России больше 150 народов, и у каждого свой язык и обычаи. В степях, между реками Доном, Волгой и Каспийским морем живут калмыки. Единственный народ в Европе, говорящий на монгольском языке. Калмыки с давних времен разводили скот, были ловкими наездниками и бесстрашными воинами. В старину, еще со времен Петра I, калмыцкие всадники храбро сражались в составе русской армии. Калмыки бережно хранят свои традиции и праздники. В конце холодного декабря справляют Новый год – Зул, в переводе на русский – огонь. Зажигают большие костры, считая, что чем выше пламя, тем ярче будет летнее солнце. И правда, лето в Калмыкии очень жаркое. Летом отмечают праздник земли и воды – Урюс. В этот день брызгают на домашних животных свежим молоком, чтобы скот был здоров и давал много потомства. У калмыков много и других необычных праздников. А недавно придумали еще один – праздник тюльпанов. Его справляют весной, когда степь покрывается ярким ковром из цветов. Сказки в Калмыкии рассказывают самые разные. И каждая – как драгоценный камень – самоцвет. Давно это было. В одном калмыцком селении жила женщина. И был у нее единственный сын. Веселый и добрый юноша. А как он играл на зурне! О, все вокруг пускались в пляс. Даже барашки. Правил той стороной злой хан. И каждый месяц пропадали из селения люди. Приезжали слуги хана, уводили человека, и больше его никто не видел. Вот и пришла очередь юноши. Горько плакала женщина. Да делать нечего. Дала сыну дорожную сумку с тремя лепешками. И отправился юноша к хану. Не бойся, будешь мне голову брить. Снял хан шапку, а на голове рог торчит. Кивнул хан довольно и говорит: по работе и награда. Видишь в углу сундук? Возьми себе золото, сколько унести сможешь. Увидел юноша с
сколько до него людей погибло. Вот почему наверху никто не знает про тайну злого хана. Угостил юноша первой лепешкой огромную змею. Понравилась ей лепешка. И помогла змея выбраться юноше из пещеры. Оказался он в густом лесу. Вдруг волчий вой. Заурчал тут у волка в животе. Видно, есть хочет. Тут и вторая лепешка пригодилась. Волк не привык к такой еде, но все же съел. Даже понравилось. И помог волк юноше из леса выбраться. А в избушке жила злая, голодная ведьма. «О, вот и хорошо», — говорит ведьма. «Будет у меня сегодня ужин». Бабушка, бабушка, разреши мне сыграть на зурне. Разрешила. А что ж не разрешить? Напоследок. Сто лет так не плясала. Ну, пора теперь и закусить. Угостил ее юноша последней материнской лепешкой и рассказал про рогатого хана. Согласилась ведьма помочь юноше. Вот тебе мой халат. Старый, зато волшебный. Наденешь его, сразу помолодеешь. Нет, не то. А если... наизнанку, то состаришься. О,
вот теперь то. А если наизнанку, то состаришься. Стражи не пускают. Кто такой? А старик? Бродобрей я. О, Бродобрей? Сделал. Награжу тебя. Вон в углу сундук стоит. Наклонился старик над сундуком. Ой, сколько золота! Изумился хан. Что? Где? Где золото? Вернулся юноша домой, к любимой маме, и жили они долго и счастливо. А злого хана в тех краях больше никто никогда не видел.